Всем привет, это Неузар, а перед вами самый лучший магазин видеоигр, в котором я покупаю свои игры. Конкурсы, скидки, распродажи и многое другое ждут вас. Почему именно этот магазин? Давайте рассмотрим маленький пример. Dark Souls 3, 1695 рублей. Вы сами видите цену. Давайте перейдем на сайт Steam, и что мы здесь видим? Цена 1999 рублей. Что ж, выгода очевидна. Ссылка на магазин будет под данным видео. Не забывайте использовать промокод, который вам даст дополнительную скидку. Всем спасибо. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Zar Best Game. Я Неозар. И это прохождение игрушки Dark Souls 3. Итак, в предыдущей серии мы с вами убили дьякона в глубин одного из боссов. И мы, напоминаю, получаем с вами лучшую концовку в игре. И для того, чтобы ее получить после убийства босса Дьякона Глубин, нам нужно отправиться в Храм Огня и поговорить вот с этими персонажами. Обязательно это нужно сделать, иначе мы не получим концовку. Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Так, ну понятно, больше нам ничего не говорит. Так, молчаливый друг у нас молчит. Ну что ж, и мы отправляемся теперь к следующему боссу, как я вам обещал. Следующий босс у нас находится вот здесь вот. Вперед. Вот здесь вот интересная такая локация. Смотрите, друзья мои. Здесь он идут, я не знаю, кто это, но вот эти вот два черных рыцаря или кто, сейчас будет у них здесь просто замес. Они здесь нападают, то есть мы даже можете не встревать ни в какой бой. Единственное, вот этого создания мы быстренько с вами... Опа, вот это я не ожидал. Вот этого я не ожидал совсем. Так, уйди от меня, зараза. Ты же должен... Ты не меня должен бить-то. Уйди от меня. Ты не меня должен бить. Они должны бить совсем других. Блин, как мы нарвались-то, а? Давайте бежим с вами по-быстренькому. Так, он идет за мной. Вот тварь, а. Давайте быстренько тогда отдохнем у костра и начнем все сначала. Потому что... Мы не должны были на них нарываться совершенно. Так, еще раз. Давайте, дружбаны, вы меня не видите? Не видите меня. Вы должны идти и набить морду вон там, этим существам, а не меня. Так, ну что, будет у них заместо? Где они есть? Ага, вот они идут. И все, они погнали и расправляются с существами. Не знаю, как их даже назвать, этих существ. А мы с вами просто вот этому подсрачник быстренько даем. Так, степ-то получился. Ну ладно. Давайте, давайте, давайте. Херачить их всех. Опа, обнаружил. И сейчас он там настучит по лбу. Так, давай, иди уже отсюда. И мы с вами просто пробегаем.
вот это вот место. В драку не ввязываемся. Нам это вообще ни к чему. Они там сами подерутся. Мы идем с вами к боссу. Поехали. Что происходит? Который здесь вообще... Да ну, обалдеть.
Фух. И мы это сделали. Фу. Я не знаю, друзья мои, я даже не стал комментировать. Я не знаю, сколько я с этим боссом просидел, но потом я уже как бы изобрел вот такую вот тактику, как его нужно было убивать. Ну, достаточно сильный, я могу сказать, босс. Просто сильный. И это один из самых сильных боссов, который мне встречался пока что. Фу, в этой игре. Давайте отдохнем. А что у нас, костер не зажигается, почему? Прочесть послание, отлично. Так, а там у нас кто стоит такой? Эй, ты кто? Сдох. Странно, почему не зажигается костер? Ага, разжечь костер. Это из-за того, что там стоял этот урод. Ну что ж, друзья, на этом мы как бы закончим нашу серию. Вот такой у нас был босс. Один из самых сложных боссов, который мне до этого времени встретился. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неузар. И пока-пока.